в любых политических процессах правят бал технологии. То есть любой процесс является технологией, которая реализуется с помощью того или иного инструментария. Совершенно очевидно, что наши западные партнеры, особенно заокеанские партнеры, заинтересованы в сохранении статус-кво, условно говоря, в доминировании в парламенте политических сил западноориентированных, американоориентированных, и во власти, да, возглавляющий кабинет министров и, соответственно, пост президента занимающий человек должен быть тоже западноамериканоориентированный. Совершенно очевидно, девальвация этих политических сил, которые сейчас формируют костяк действующей власти, западноориентированной. При этом, если господин президент защищен, конечно же, Конституцией еще на достаточно длительный период, не без нюансов, конечно же, в нашей стране, но тем не менее, да, то про кабинет министров этого сказать нельзя. Совершенно очевидно, на три месяца защищен кабинет. Совершенно очевидно, полная девальвация вот этого оранжевого, назовем так, лагеря в нашем парламенте, за редким исключением. Нужно с этим что-то делать. Мировая практика политологическая, технологическая, не изобрела ничего иного, кроме политических партий, которые являются участниками избирательных процессов. И политических процессов в том числе. То есть, если одни надоели, значит, нужно что-то новое. Поэтому это просто забег в длинную. Пока, ну, это по классике на самом деле. Тем более в Украине, в стране, где общественное мнение, общество, в принципе, перегрето. В обществе, обществу навязан так называемый этот стереотип общественников, волонтеров, людей не от политики. Ну, то есть, все эти манипуляции, они сейчас правят бал в украинском обществе. Поэтому вход на политическую партию, конечно же, реализовывается с помощью как бы общественного движения, как бы волонтерского движения, как бы вот группы инициативных активистов, как бы борющихся с коррупцией в Украине. Ну, технология и не более того. Разработанная, опять же, скорее всего, где-то за океаном.